26 ноября президент России Владимир Путин провел в Бочаровом ручье в Сочи переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Как передает Дай Ас, о плодотворной встрече и ее итогах рассказал корреспондент Андрей Колесников в своей статье. Автор напомнил, что стороны до конца года договорятся о механизме нанесения на карты новой границы между двумя странами. Как замечает автор, на переговорах президент Ильхам Алиев, как и раньше, выглядел победителем, демонстрируя каменное спокойствие. В прошлом году, в ноябре, практически все выполнены. Я не соглашусь с формулировкой. Никол Пашинян говорил глухо, словно сдерживая в себе трагические эмоции. Это не были на первый взгляд слова человека, который приехал о чем-нибудь договориться. Надо понимать, что речь идет о нанесении этих границ на карту. И это будет самое сложное в их отношениях. Ибо премьеру Армении надо будет в буквальном смысле расписаться в собственном поражении, написал Колесников. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.